Всем чики бомбони, смотрим Гос Филиппины, и мы начинаем. Ой. Походу будет рок. Да, будет рок. По глазам видно прям. А вот он крадется с кем-то, охотится. Эту песню тоже знаю. Где-то слышал. Блин, как это получается? Очень круто. Все, я вспомнил, кто это Сара, это Сара же, точно, я же увидел имя, и все, мне прям сразу, точно, все, я вспомнил. В общем, девочка молодец, экспрессивно, прям, вначале так было даже спокойно, да, знаете, такой даже, ну, просто так, рок-баллада, может быть, получилось, но потом она уже начала выплескивать эмоции, эту энергетику, и все отлично, да, еще больше, и видите, она даже двигается, она вот подходит ближе к судьям. Еще больше жестов, да, и было бы вообще вот так классно. Все, скачки. Все, она взяла, девочка так скачет на пианино, взяла лассо. Оба, она схватила руку судьи и с помощью веревочки тогда это оба она и нажала кнопки. Взгляда. Ой, жесты. Как всегда, он всегда четкий, да, он всегда достучится до зрителя очень мощно. Ух, вот так прям вот удар за ударом. Всем добра, позитивчики, мам, понял.